1 a 1. Вот как-то так, в очень расслабленной атмосфере, мы с вами добрались и до первого из россиян. На льду для представления своей произвольной программы в рамках первого для себя чемпионата мира среди юниоров появляется петербуржец Илья Яблоков, живущий и тренирующийся в Москве под руководством Виктории Волчковой-Буцаевой. Музыка к произвольной программе у Ильи Яблокова в этом сезоне поставлена из мюзикла «Нотр-Дам де Пари». Как отчаянно боролся за каждый из элементов Илья Яблоков. Вы видите сейчас, как непросто дается ему выступление на таллинском льду. Ну, в общем, практически в последний момент Илья с тренерами узнали о том, что им предстоит отправиться на чемпионат мира среди юниоров. И надо отдать должное, конечно, очень достойно. Илья представил нашу страну на этом турнире, хотя было, согласитесь, непросто. Отчаянно пошел на четверной тулуп, тот не покорился с первого раза нашему фигуристу, но, не стесняясь, ставил и один, и другой тройной аксель, и
идеально. Впрочем, можно сказать, что и тот, и другой были близки к тому, чтобы оказаться почти идеальными. Но в целом, конечно, этот прокат далек от лучших выступлений Ильи Яблокова. Классные программы в нынешнем сезоне у этого фигуриста, и вообще импонирует мне, честно признаться, работа Виктории Волчковой. Чуть не хватило для выезда. Да, недокрут не поставила бригада, посчитала, что все было в пределах разумного, но только выезда тоже не получилось. А, кстати, смотрите, боролся и в конце концов обошелся без того, чтобы приставить вторую ногу. Хороший каскад Lutz to Loop. Еще один аксель с двойным тулупом. Ну, сейчас вырисовывается, я вижу общую картину, что и у технической бригады есть претензии, и ребрышко на Луце, и недокрут на втором тройном акселе, и арбитры так, немало минусов выставляют в таблицу. В основном за прыжковый элемент, и бабочка на флипе тоже была совсем необязательной. Но в целом можно сказать, что этот длинный сезон завершил очень достойно этот спортсмен. Имел возможность побороться даже за попадание в финал Гран-при, был на пьедестале почета одного из этапов, прекрасно смотрелся на юниорском первенстве России, очень достойно выглядел и на взрослом чемпионате в Челябинске, ну и тоже очень достойно представлял нашу страну в Таллине на чемпионате мира. Пока он третий, 206-16 сотых балл.